Друзья, всем огромный привет, и сегодня мы продолжаем изучать ретушь-портреты с использованием искусственного интеллекта на нейросетях. И сегодняшнему видео мы должны быть благодарны компании Retouch Me, которая объявила грандиозную распродажу своих плагинов с 21 по 31 июля. И по моему промокоду, который будет находиться в описании под этим видео, вы можете купить любой из плагинов Retouch Me со скидкой аж 30%. Как на восточном рынке, почем эти яблочки? 100 рублей. Только отходишь, отдаю за 70. Ну где вы еще видели такие большие скидки? И да, друзья, в предыдущих видео... Вот в этом и вот в этом я уже показывал, как работают эти плагины, советую вам посмотреть. Ссылки на эти видеоролики будут в описании к этому видео и подсказкам сверху, наверное, тут. И если ты смотришь это видео, а 31 июля для тебя уже прошло, ничего страшного. По моему промокоду ты можешь получить в любое время скидку на любой плагин Retouch Me 20%, что тоже очень немало. Досмотри это видео до конца, и в конце будет коротенькая инструкция, как установить плагин Retouch Me на твой компьютер. Но мы не будем больше терять времени и поехали. Мои дорогие друзья, я ценю ваше драгоценное время, поэтому еще раз не буду вам показывать, как работают эти плагины. Я уже показывал, рассказывал в предыдущих видео. По ссылочкам в описании можете перейти и посмотреть, кто не видел. А сейчас я вам покажу 5 шагов, как улучшить любой портрет. Первое, что мы делаем, это применяем плагин Mattifier, который устраняет блики на коже от искусственного либо естественного света. Следующий плагинчик Heal устраняет мелкие недочеты на коже. Всевозможные прыщики, ямочки от детской оспы и так далее. Если ваша модель дорожит родинкой, вы можете ее восстановить. Добавляйте маску и возвращаете родинку на свое место. Идем дальше. Следующий плагин Dodge & Burn. Он засветляет темные участки на коже и затемняет, наоборот, светлые. Таким образом, делает лицо более гладким и более красивым. И следующий плагин – это Skin Tone, который выравнивает цвет кожи. Как вы видите, вся текстура кожи сохранилась, но есть одно «но». После всех этих манипуляций, неважно, как вы работаете, руками делаете частотное разложение. Кстати, скоро выйдет урок по бесплатной частотке от Retouch Me. Либо применяете фильтры на нейросетях, ваша фотография теряет объем, и это, к сожалению, побочный эффект работы над частоткой и над Dodge & Burn. Сегодня я вам хотел рассказать, у Retouch Me есть один очень замечательный плагин, который этот объем восстанавливает. Да что, собственно говорить, давайте мы посмотрим все своими глазами. Итак, у меня заготовлен уже дополнительный слой, в котором сохранены все предыдущие изменения. Переходим в фильтр, Retouch Me, и здесь выбираем плагин Portrait Volumes. Все как мы любим, проверка строгая, проверяем автоматически, никуда не лезем, ничего не крутим. Кликаем Apply. И теперь, друзья, посмотрите, ну это просто прелесть. Давайте посмотрим внимательнее. Итак, до, после. Вы обратите только внимание, насколько четко этот плагин определил линии глаз, бровей, контур лица и добавил туда именно тот объем, который нужно. И теперь наша модель выглядит более профессионально, как будто с ней поработал профессиональный мейкапер. Мейкапщик, мейкапер. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И теперь давайте мы зажмем кнопочку Alt, нажмем на оригинальный снимок и посмотрим, какое изображение было до применения всех плагинов Retouch Me и какое стало после. До, после. Плагины, друзья, отработали идеально. Ну, может быть, останется какая-то волосинка или маленькая черная точка, которую можно просто убрать штампиком. Но экономия времени просто колоссальная. Если бы я все это делал вручную, я бы над этим портретом завис бы часа на два. А в моем случае на это ушло не больше 5 минут времени, которое я еще и потратил на переименование слоев. Друзья, не расходимся, сейчас будет кратенькая инструкция, как установить плагин Retouch Me на свой компьютер. И в следующем видео мы с вами рассмотрим дополнительные плагины, которые есть у Retouch Me, и я покажу, как они устроены, как они работают, и какой эффект они дают, и какую итоговую картинку вы получите на выходе.
Ну вот, друзья, на этом все. Не забывайте заглянуть на мой сайт. Там вас уже заждался набор пресетов Desire, который находится в свободном доступе. Скачивайте его и получайте удовольствие от ретуши и обработки фотографий. А с вами, как всегда, был Серджио. Желаю вам творческих высот, всем добра и мира. До новых встреч в следующих видео.